Председатель Совета депутатов городского округа Александр Дринов провел очередное заседание Совета. Это последнее заседание в прежнем составе. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично поблагодарил депутатов за многолетнюю плодотворную работу на благо городского округа. Одним из главных вопросов, рассмотренных депутатами, стало решение об утверждении положения об аренде имущества, находящегося в собственности Химок, и установке так называемых экопунктов в муниципальных учреждениях. Имеется в виду, в школах ставить вот эти автоматизированные пункты сбора тары пластиковых бутылок и упаковки, те, которые школьники покупают вот в автоматах во время учебы. То есть их в первую очередь нацелено на это. Специальные автоматы для сортировки пластиковых отходов предложили установить не только в учебных, но и спортивных учреждениях. Еще один важный вопрос, который рассмотрели депутаты Совета, коснулся недвижимости. На заседании утвердили перечень имущества, которое подлежит передаче из федеральной в муниципальную собственность городского округа Химки.